Оборот нашего бренда составляет 4 миллиона в месяц. Тот фурор, который мы произведем, он будет заметен всем. Мы выбираем только российские производства, то качество, которое не стоит таких денег. Модным языком сказать, занимался саморазрушением. Я 100% подамся в рынок недвижимости. Что стремится к большим высотам. Все-таки, почему одежда? Друзья, сегодня у нас в гостях замечательнейший человек, который только основал свой бренд одежды. Дима, привет. Привет, Артем. Дима, у меня к тебе сразу вопрос. Ты начал заниматься брендом и, в принципе, развивать себя как бизнесмен в 18 лет, правильно? Если рассматривать всю ретроспективу моей около осознанной жизни, то бизнесом я пытался начать заниматься еще в классе 8-9, но там были лишь такие мелкие попытки предпринимательства, которые так и не увенчались, к большому сожалению, успехом. Как пришла идея создания личного бренда? Это все произошло на первом курсе. В начале первого курса я занимался мерчом для различных компаний, таких как Студсовет и сторонних организаций. Позже пришла идея создания своего бренда. Как бы, почему бы нет? Мы живем в мире, где большое количество санкций, большое количество брендов ушло с территории России, ниша плюс-минус освободилась, и я считаю, что это очень хорошая возможность для того, чтобы начать и успешно себя зарекомендовать и выйти на желаемый уровень. Ну смотри, вот ты говоришь, что ты начал в 8 классе, сейчас тебе 19 лет. Все твои сверстники ходят по клубам, учатся и больше ни о чем не думают. В 8 лет уж тем более, максимум, что делают, это играют в какие-то игрушки и боятся сдать ОГЭ. Почему ты все-таки замотивировался и начал заниматься бизнесом? Может, были какие-то ситуации в жизни, которые тебя побудили на это? Мне кажется, что тут вопрос конкретно должен относиться к определенной личности. Дело в том, что спасибо родителям за то, что как бы они мне показали более богатую жизнь, нежели та, в которой я жил. Я еще с ранних лет начал стремиться к большим высотам. То есть вместо того, чтобы стремиться пойти поиграть там со своими одноклассниками в компьютерный клуб, я лучше бы предпочел бы для себя сесть и почитать какую-то бизнес-литературу, либо там соционику или психологию. Вот, мне кажется, что в связи с этим, как бы сейчас, в возрасте 19 лет, у меня мысли уходят больше про создание себя как личности и создание себя как бизнесмена. А ранее ты сказал, что из-за санкций, именно из-за них, ты начал заниматься брендом. Но также во время санкций из нашей страны ушли многие фастфуд-рестораны, какие-то мобильные приложения, в принципе, удобные для нас сервисы. Все-таки, почему одежда? Дело в том, что при запуске той же самой какой-то сети фастфудов либо же ресторанов, в целом, если рассматривать нишу общепита, то это большие капиталовложения, которых сейчас у меня в возрасте 19 лет нет. Да, как бы о возрасте 18 лет не было тем более. Сильно наглеть и садиться на шею папы не хотелось. Вот, и как бы более преемственный, более интересный для меня, все-таки как для молодого человека, который так или иначе следит за трендами, следит за модой, мне больше интересно заниматься именно индустрией одежды, фэшена и так далее. Ну, то есть ты считаешь, что через одежду ты можешь самовыражаться и давать какую-то возможность людям тоже выражаться через именно твой бренд одежды? Тут очень многосмысленный вопрос с той точки зрения, что люди можно доставлять определенные эмоции, ну, в данном ключе положительные, абсолютно через разные способы. Допустим, если это общепит, то человек будет получать положительные эмоции благодаря поеданию вкусной пищи. И также можно рассматривать абсолютно любую сферу деятельности, любую сферу бизнеса. Почему именно одежда? Для меня благой целью является выведение российского бренда на международную арену, на международный рынок. Когда только-только начали зарождаться первые мысли про создание бренда, я задал себе логический вопрос. Почему нет ни одного ру-бренда, который бы мог бы стоять наравне с ведущими модными домами, такие как Louis Vuitton, Loro Piana, Prada, Dolce & Gabbana и прочие бренды? Я ни в коем случае не ставлю свой бренд на уровень с этими мастодонтами, но почему бы не попробовать? Ну, касаемо Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, это же все-таки модные дома, у которых история больше 100 лет. Ты уверен, что это удастся достигнуть на твоем веку? На этот вопрос я всегда отвечаю односложно и вполне понятно для всех, по моему мнению. История Вежа – это история не про то, как быстро заработать деньги и купить себе машину мечты, там, построить дом, либо исполнить какую-то свою детскую наивную мечту. Вежа – это больше про как раз-таки ту самую историю. Вежа – это не тот проект, который я буду
вести в ходе своей жизни, ну, как бы, будучи он один. Вежа – это мое детище, которое я хочу взрастать год за годом. Понятное дело, что чем старше я буду становиться, тем больше новых идей под реализацию будет приходить мне в голову. Я более чем убежден, что пройдет несколько лет, 2, 3, 4, тяжело сейчас загадывать, я 100% подамся в рынок недвижимости. Но это абсолютно не означает, что я брошу вежу и, как бы, и, грубо говоря, переобуюсь на какую-то другую нишу. Хорошо, Дим, я понял. Я предлагаю тебе немного углубиться в структуру бренда. С чего ты начинал? Помимо того, что ты вот решил, что я буду заниматься именно одеждой. Как я уже сказал ранее, первые идеи, которые были как-то связаны, хоть косвенно, хоть не косвенно, с одеждой, это было создание мерча. Под созданием мерчом я имею в виду не только одежду, там, худи, свитшоты и прочие атрибутику. Это больше история про создание различных брелоков, браслетов, каких-то там блокнотов, ручек и так далее. Позже мне поступил заказ на довольно-таки крупную на тот момент для меня партию худи. Для того, чтобы произвести качественное худи и не пасть в грязь лицом, пришлось так или иначе погрузиться в рынок одежды, изучить, какие лучше материалы использовать, какую цветовую палитру выбирать. В принципе, понять, из каких составляющих состоит то же самое изделие, как худи. Вот. Этот заказ прошел относительно успешно. Конечно, не получилось реализовать тех объемов, которые были обговорены изначально, но так или иначе, этот бесценный опыт, которому я благодарен. Позже я долго не мог найти себя, копался во многих нишах, копался в себе, занимался, по сути, новободным языком сказать, занимался саморазрушением. Вот. И в какой-то определенный момент ко мне пришла идея, почему бы и не создать бренд одежды. Просто вот я сидел, рассуждал, рассматривал, какие варианты сейчас предоставлены молодому парню, у которого нет особого капитала, и, в принципе, понимая, через какие каналы продвижения можно рассматривать создание бренда, вот в связи с этим как бы такая идея и пришла в голову. Все началось с того, что я решил сразу начать создавать бренд casual стиля, потому что такой образ я выбираю для себя, в таком образе я хочу видеть себя, и также мне не хватает такого образа на людях моего же возраста. То есть мне приятно смотреть на людей, которые будут опрятно выглядеть, которые пойдут в слаксах, в льняной рубашечке, там, с хорошо уложенными волосами, с бритым лицом и хорошим парфюмом. Вот, и как бы из-за этого я решил попробовать узнать этот рынок побольше и получше. Когда я начал заниматься изучением, я убедился в том, что просто в шаговой доступности очень тяжело найти бренд, который будет совпадать с качеством и с ценой. И плюс я не смог найти несколько позиций, которые мне так хотелось бы видеть как в своем гардеробе, так и на людях с улицы. Вот. Изучив этот рынок чуть глубже, я убедился в том, что те изделия, которые присутствуют на рынке, они очень дорого стоят. И как бы и имея хоть какой-то начальный уровень познаний в материалах, я понимал, что это то качество, которое не стоит таких денег. Вот, и как бы тут появилась новая цель, которую я преследую в момент создания бренда, это доказать, что качественная продукция – это не равно дорогая продукция. Вежа сейчас относится к сегменту middle-middle-up, и, скорее всего, с каждым месяцем и с каждым следующим шагом нашей истории наш сегмент будет расти, чтобы в конечной точке прийти к бренду Couture. Вот. Но в любом случае сейчас мы находимся на middle сегменте, и этот сегмент говорит о том, что мы выбираем и производим действительно качественную продукцию, которая стоит своих денег. Смотри, насколько я знаю, идет масс-маркет, потом идет middle сегмент как раз-таки, потом только кутюр. Чтобы соответствовать, так скажем, между масс-маркетом и кутюром, ты как выбираешь вообще ткани, дизайн, как происходит вообще создание нового изделия? Ну, хотелось бы еще ответить на один такой вопрос, хоть он и не был оглашен. Почему я не хочу, чтобы вежа входила в сегмент масс-маркета? Для меня масс-маркет – это очень большие объемы, которые мы сейчас не сможем чисто физически производить ввиду недостатка ресурсов, ввиду не до конца собранной базы поставщиков и производителей. Также при создании любого изделия мы выбираем только российские производства и российскую фурнитуру, что также ограничивает наш
наше поле поиска. Вот. И как бы в связи с этим приходится как-то выкарабкиваться, налаживать протекционизм. Вот. Это коротко о том, почему все-таки Verge относится не к сегменту из масс-маркета. Почему... Извините, не забыл вопрос. Давайте я тебе напомню все-таки, как ты выбираешь ткани, дизайн для своего изделия, вообще как происходит создание новой вещи? Тут, мне кажется, стоит погрузиться, в принципе, в системность создания того или иного изделия и рассказать про процесс, как это изначально происходит. То есть, если кто-то может предположить, что это просто купленные бланки, на которые просто наносятся свои какие-то принты, дизайны и так далее, и потом выносятся на общее волоком под брендингом Verge, то этот человек ошибается, потому что все изделия Verge, они сотканы вручную, полностью собраны из материалов, и мы проходим весь процесс создания изделия, начиная от создания лекал, отшива образцов, выбора тканей, выбора фурнитуры, выбора цветовой палитры изделия. Дальше мы рассматриваем различные варианты дизайна, в каком цвете это будет лучше выглядеть, как это лучше будет гармонировать и прочее, прочее, прочее. Допустим, в нашем ассортименте есть zip-худи, который сейчас пользуется наивысшим спросом среди всей остальной продукции. На спине нанесена обычная надпись «I create myself with Verge». Эту надпись можно было сделать обычным нанесением, там, либо DTF-печатью, либо шелкографию, но вместо этого мы выбираем более тяжелый и более затратный вариант, но при этом получив более желаемое качество и более желаемый результат, нежели те изделия, которые мы видим у конкурентов. Допустим, чтобы создать эту надпись, мы сначала покрываем первым слоем обычной DTF-печатью, и уже следующим слоем мы делаем нанесением PUF-пленкой, что придает объем и определенное свечение и мерцание при свете, но также это смотрится очень дорого и сильно, потому что используется нанесение черной PUF-пленки на черную ткань. Вот, это если погружаться именно в системное создание той или иной продукции. Как мы выбираем ткань? Я занимаюсь созданием бренда с февраля месяца того года. За это время так или иначе появилась хоть какая-то насмотренность. Первое время, когда не было ненужных людей, которые могли бы подсказать, не было такой или иной насмотренности, не было четкой базы производителей либо поставщиков ткани, в которые я был бы четко уверен, я катался сам по различным магазинам текстильным, как розничным, так и оптовым, и так или иначе все равно появляется насмотренность. Ты приходишь, что-то щупаешь, смотришь на обратные петли, смотришь на диагональ, как все это выглядит, и пазл собирается. Вот ты сказал, что ты начал заниматься своим брендом в феврале прошлого года. А сколько прошло вообще времени с того момента, как ты начал, до первой мысли о том, что тебя ждет какой-то успех и что твой продукт будет пользоваться спросом? Очень тяжело сейчас отвечать на данный вопрос по нескольким причинам. Первая из которых заключается в том, что с каждым последующим днем, как я создаю свой бренд одежды, всплывает информация о также в брендах, которые только-только создаются. И если когда я только-только начинал этот путь, я знал там буквально про 15 брендов, к примеру, то сейчас этот список уже около 40-50, и каждый из них чем-то хочет выделяться среди толпы, хочет завлекать свою аудиторию. Как бы рынок тоже, он не резиновый. Вот поэтому стоит как-то брать и выдирать клиентскую базу под себя, чтобы также не опозориться и не пасть в грязь лицом. Мысли по поводу провалов также присутствовали, то есть с февраля месяца нету такой четкой линии вверх, то, что все будет хорошо и то, что меня ждет успех. Да и честно, сейчас тоже невозможно быть уверенным в этом, потому что может произойти абсолютно все, что угодно. Допустим, сейчас при отшиве следующей партии я столкнулся с проблемой недостаточности текстильного материала на базе поставщика. Как бы с этой проблемой тоже сейчас пытаемся справиться, но эти сроки, которые выставляет поставщик, они довольно-таки неутешающие. И сейчас как-то стоит тоже справляться с этим, и непонятно, что как будет. Поэтому про успех, мне кажется, говорить пока рано, про успех скажет время. Касаемо все-таки производства изделий, я хочу очень сильно затронуть ткань, откуда ты ее привозишь, сколько она вообще сейчас стоит и как выбрать наиболее подходящую ткань для своего изделия, будь то футболка, какой-то свитшот, рубашка или какие-либо брюки. Опять-таки тоже это крайне многогранный вопрос. Лично я заказываю ткани из Турции, точнее нет, я их не заказываю, я работаю с поставщиками, которые привозят ткани из Турции либо из Китая. Также, когда только-только начинал создание бренда, был
стереотип, который заключался в том, что я считал, что китайские ткани или там ткани из Киргизии, либо из Беларуси, либо из Турции, они плохого качества, что является заблуждением и так может показаться только на первый взгляд. Да, бесспорно, как бы мастодонтом в сфере текстиля является Италия, но, опять-таки, я считаю, что мы еще не достигли того уровня, чтобы заказывать ткани из Италии, потому что это намного больший порог входа, просто огромнейшие объемы, которые сейчас пока что нам нерелевантны и не нужны. Ну, смотри, касаемо ткани в Италии, вот давай возьмем один квадратный метр ткани, сколько вот будет стоить привезти этот метр из Италии, а сколько будет привезти из Турции, а сколько из славного города Иваново, который находится совсем недалеко от места, где мы снимаем? Честно, тоже я не смогу с точностью предельно ответить на этот вопрос, потому что итальянские ткани я даже для себя не рассматривал. Я понял, что это вершина айсберга, к которой хочется стремиться, но пока что я не берусь на него взобраться, потому что сейчас пока что в этом нет нужды, как бы работаем с тем, что мы имеем. Огромное количество текстиля, которое привозится из Турции, из Китая, просто если приехать на какую-нибудь оптовую базу, ты потеряешься в этих складах, в этих огромнейших рулонах по 20 килограммов. И так далее. Если мы рассматриваем вариант с тем же самым Иваново, то ткань в Иваново привозится также либо из Киргизии, либо из Узбекистана, либо из Китая, либо из Турции. Как у поставщиков в наше время довольно-таки немало. Но опять-таки, тут стоит обращать огромное внимание на качество того сырья, которое ты закупаешь для своей продукции. Потому что в начале своего пути я пробовал найти ткани на розничных базах, не будем говорить на каких. Вот. Но в любом случае я приехал на розничную базу, чтобы найти определенную ткань. Мне нужна была брючная ткань для строгого женского костюма. И нужен был классический футер-трехнитка для изготовления зип-худи. То есть я правильно понимаю, что выбор ткани – это процесс очень-очень долгий. И не факт, что вообще с первого раза ты купишь именно то, что тебе нужно. И все же, вот представим ситуацию, ты поехал или заказал в интернете ткань, заказал ее много на всю коллекцию, а приехал не то, что нужно. Это же по факту трудность, вот как справляться с такой трудностью и, в принципе, как не словить выгорание, а если ты его все-таки словил, то как с ним бороться? Да, была уже похожая ситуация, мы заказали ткань для изготовления футболок, кулирка. Там плотность была не сильно большая, мы ее взяли больше как на пробу, просто протестировать. Я приезжаю на швейное производство, с которым я сотрудничаю, мне предлагают распаковать и посмотреть наглядно ткань, которую нам привезли. Мы ее распаковываем и понимаем, что эта ткань по плотности может сравниться с любой марлей. Понятное дело, что это абсолютно не тот вид товара, который мы заказывали, и это проблема, которую нужно решать, потому что сроки горят. Покупатели ждут, контент стоит, не снимается, швейное производство стоит, потому что они тоже выстраивают какой-то определенный график сотрудничества со мной, с другими контрагентами, которыми не работают. Вот. И как бы эта проблема решалась таким способом, что вышли на главного менеджера, который работает на той фабрике, на которой мы закупали данную ткань. Менеджер оказался полностью адекватным, как бы он понял всю проблематику, согласился с тем, что это их проблема, то, что их просчет, и нам пообещали все вернуть и возместить денежные средства. Все трудности и риски – это вопрос промышления. Как все-таки не словить выгорание, какую-то депрессию, и как все-таки выбраться из этих трудностей, если все-таки не получилось себя уберечь от этого? Для меня лично это очень тяжелый вопрос, потому что последние годы обучения в школе я занимался как бы театральным искусством, сценическим искусством. Вот. И как бы, я творческая душа, творческий человек, плюс профессия, которую для себя сейчас выбрал, тоже довольно-таки творческая, потому что в создании любого изделия я принимаю личное участие, большая часть идей как бы, лично от меня. Вот. И как любой творческий человек, да, я свойственен к эмоциональным каким-то перегревам, к эмоциональным выгораниям. Вот, поэтому для меня это тяжелый вопрос, я как никто другой с этим сталкиваюсь, как с этим справляюсь лично я. Мне очень помогает одиночество в этом вопросе. Если что-то идет не так, значит, что-то делаю не так я. Если бы я все делал правильно, то как бы не было бы тех проблем, которые возникают на моем пути. Плюс я отношусь к этому так, что если судьба готовит для тебя какой-то подарок,
то перед тем, как вручить тебе этот подарок, она даст тебе ряд сложностей, и если ты с ним справляешься, она тебе его вручает. Как бы проверка на прочность. Вот. Я отношусь к этому так, и я склонен к тому, что тяжелые времена рождают сильнейших людей, и неважно, это вопрос в рамках всего, как бы, мироздания, либо в рамках локальных каких-то, вот. Но я придерживаюсь такой политики, и самое главное, я верю в это сам. Вот. Последнее эмоциональное выгорание у меня было относительно недавно, буквально 2-3 месяца назад. У меня есть своя команда, которая мне помогает в создании, которая занимается регулярной выкладкой контента, занимается SMM-продвижением, съемкой контента и прочими вещами, связанными с продвижением. Вот. Но эта команда в какой-то определенный промежуток времени не выполняла те нагрузки, которые были на них возложены. Вот, и как бы у меня все стоит из-за этого, мне нужно развиваться, мне нужно раскручиваться, чтобы повышать свою клиентскую базу, повышать свой оборачиваемый капитал, но этого не происходило, и меня это очень сильно выводило из себя, потому что у меня было четкое понимание того, что если я возьмусь сам за SMM-отдел, то я просто-напросто разорвусь и не смогу на себе тянуть и операционные процессы, и процессы по продвижению бренда, вопросы производства, подбора той же самой ткани, подбора фурнитуры, выбора цветов, плюс создание дизайна и прочее, 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 я бы просто бы разорвался бы, и мне кажется, если бы так и произошло, то я бы сейчас бы здесь не сидел, я бы сидел бы где-нибудь в какой-то тильте и апатии, зареванный какой-нибудь, заплаканный, обижал бы судьбу, что она так плохо ко мне относится и прочее. Вот, как с этим справляюсь я? Мне помогает, как я уже сказал ранее, побыть в одиночестве и провести аналитику всех своих действий, что было не так. Любой проблеме есть как бы свое логическое объяснение. Если ты сможешь до этого логического объяснения добраться, то как бы 50% решения проблемы – это ее четкое понимание. Вот, как бы я настраиваю свое мышление и свой мозг таким образом, чтобы раскручивать этот клубочек, который накапливается как снежный ком, и вот аккуратненько по ниточке, по сантиметрику добираться до истины. Спасибо за ответ. Давай немного углубимся в твою команду. Сколько у тебя, в принципе, сотрудников? Сколько у них задач? Кто за что отвечает и что конкретно делаешь ты? Ты просто выдаешь финансы? Или ты также принимаешь участие в каком-то продвижении или в изготовке изделия? Вот как ты себя позиционируешь, как владелец или как также и участник этой команды? Команда называет меня «фаундер». Вот, я до конца не понимаю, что это означает, но вот так вот меня называют. Вопрос был про команду. Именно непосредственно в моей команде состоит, команда моя состоит из 5 человек. Ну, как бы я среди них. Это 2 человека, которые занимаются SMM, то есть съемка контента, выкладка его, написание постов. И, в принципе, они следят за нашими соцсетями, не дают как бы им простаиваться. Еще один человек из команды – это маркетолог, который помогает грамотно настроить рекламу, помогает с различными операционными процессами, такие как создание телеграм-бота, написание сайта или там прочие операционные моменты. Допустим, вот как создание конкурса, как это все грамотно сделать с точки зрения социальных сетей, чтобы все провести максимально честно и справедливо. Также в моей команде есть дизайнер, но это дизайнер не который прям полноценный дизайнер, это больше такой креативный исполнительный человек, то есть у меня появляется какая-то идея, я обращаюсь к ней и говорю, мне нужен такой-то результат, как бы у тебя есть право на свою фантазию, просто сделай, как считаешь ты нужно, как считаешь ты правильным, и покажи мне. Зачастую то, что готовит этот человек, мне нравится, и потом это все производится наяву и наносится уже на готовые изделия. Также этот человек сделал много эскизов именно на сами изделия, то есть есть часть линейки, которая пока что не выпущена, которая ждет своего лучшего часа, которая полностью создана и спроектирована данным человеком. Это касаемо моей команды. Также есть люди, с которыми я сотрудничаю, но они уже не состоят в команде. Это производство, швейный цех, на котором технолог, конструктор одежды, который занимается разработкой лекал, их видоизменением, градацией лекал и прочим, прочим, прочим. Также есть именно швейные мастера, которые занимаются непосредственно созданием той красоты, которую мы продаем. Также есть как бы там директор, с которым мы решаем финансовые вопросы и прочее. Сотрудничаем сразу с несколькими магазинами, которые торгуют тканями, потому что очень тяжело в одном магазине сразу найти
несколько вариантов ткани, который будет полностью подходить тебе как по цвету, так по плотности, так по качеству и прочим мелочам, которые не хочется сейчас сдаваться. Также есть именно непосредственно профессиональный дизайнер, который занимается созданием принтов и нанесение уже векторной графики, которые участвуют в создании там, упаковочной бумаги, там, оберткой на шоколадке, занимается дизайном пакетов упаковочных, занимается вопросом подарочных карточек с пожеланиями. Вот. Кто еще есть в команде? Тяжелый такой вопрос. А, как я мог забыть, также есть типографии, с которыми мы сотрудничаем, также есть цех, который занимается вышивкой, это все разные производства, разные цеха, которые занимаются типографией, нанесением DTF-печати и впав-пленки. Вот, допустим, у вас использовано нанесение с помощью DTF-печати. У меня футболка из новой коллекции, здесь уже используется вышивка, то есть это объемное нанесение нитями, что добавляет качество нашей продукции, опять-таки, потому что это намного затратнее с примером с той же самой DTF-печатью. Исходя из сказанного тобой ранее, я понял, что ты даешь своим покупателям максимум качества, добавляешь прикольные подарки в виде каких-то конвертиков с пожеланиями, с шоколадками. Но чтобы все это продавать и отдавать все то качество и подарки, ты должен найти аудиторию. Как ты все-таки развиваешь свои соцсети и, в принципе, продвигаешь свой бренд? Рынок сбыта – это ключевое, что должно быть в создании бренда. Да, в принципе, в создании любого бизнеса, потому что, ну, это неотъемлемая часть построения успеха. Также хотелось сделать важное дополнение. Мы кладем различные подарки, различную дополнительную атрибутику к своим заказам для того, чтобы сделать приятно людям. Да, понятное дело, что это тоже не отчуждается и стоит почти во главе угла, но основным является то, что мы хотим создать вокруг своего бренда определенное комьюнити. Как это делать на примере Monochrome? Я восторгаюсь созданию истории создания этого бренда. Не хочу сейчас углубляться, но это очень интересно. Советую всем посмотреть интервью. Неоднократное количество раз записывали его создатели. Вот. Собрать какую-то комьюнити вокруг своего бренда. Что я подразумеваю под комьюнити? Хочется сделать единый посыл, который будут поддерживать люди, которые являются нашей аудиторией, нашими покупателями. То есть сейчас пока что нельзя рассмотреть ничего, что будет связывать нас с каким-либо комьюнити, просто потому что сейчас пока что рано об этом говорить. Это все мысли, это все на бумаге, это все рано или поздно получится материализовать, но сейчас пока говорить об этом рано. Вопрос заключался в том, как ты продвигаешь свой бренд. В том, как мы продвигаем свой бренд. Тоже вопрос такой насущный, сейчас основной вопрос стоит именно в этом. Как я говорил уже ранее, я не стал на себя взваливать обязанности по ведению наших соцсетей, по продвижению именно с точки зрения SMM, но сейчас настало время, когда я преклоню колено перед этим и также начну этим заниматься. Сейчас мы активно развиваем историю с различными бартерами, с различными знаменитостями, там стримеры, блогеры, певцы, спортсмены даже есть такие. Вот, и в ближайшем времени вы увидите энное количество знаменитостей, которые уже согласились сотрудничеству с нами, но это только начало. У нас нет задачи заплатить крупному актеру, артисту, певцу большую сумму денежную. У нас есть идея и мысль о том, чтобы взять лучше, больше, не настолько с большой аудиторией знаменитостей, чтобы вежливо сделать как вирусность. То есть, чтобы она шла не от одного человека, да, бесспорно, хоть из большой аудитории, а чтобы она шла из маленьких уголков, но ее нашла одновременно, и ее было много. И таким образом наша аудитория будет охватываться, она будет охватываться как на территории Москвы и Московской области, так и за ее пределами, потому что люди, которых мы выбираем в роли наших амбассадоров, либо просто людей для сотрудничества, далеко не все проживают в Москве и Московской области, также много путешествуют и прочее. Также сейчас начали рассматривать варианты по продвижению таргетированной рекламы. Это реклама через телеграм-каналы, реклама через другие порталы и ресурсы. Вот. Также мы развиваем наш инстаграм, регулярно выкладываем рилсы, которые так или иначе набирают обороты. Пусть пока что цифры не очень впечатляющие, но мы понимаем, что рано или поздно эта машина заведется и поедет. Поэтому, как я уже говорил, это только начало.
Что еще можно сказать про продвижение? Что насчет коллабораций? Все-таки коллаборации с другими брендами или какие-то специальные коллекции с артистами или, в принципе, с медийными личностями – это же тоже неплохой прирост покупателей. Что скажешь насчет них? Раскроешь какие-то тайны? Вы как будто бы член нашей команды. Вам никто ничего не сливает? Действительно, рассматривается вариант о том, чтобы создать какую-то лимитированную историю с какими-либо знаменитостями, и неважно, будь то спортсмен, певец или артист, люксовую историю можно сделать с любым человеком. Просто тут есть очень тоненькая грань, которую очень легко перейти между брендом одежды и его коллаборацией и мерчом. Не хочется, чтобы у людей была ассоциация вежи как мерч какого-нибудь там, ну, к примеру, Егора Крида. Хочется, чтобы была именно коллаборация Вежа и Егора Крид. Сплит. Не знаю, как правильно сейчас называть. Также рассматриваются варианты коллаборации не просто с какими-то брендами одежды, потому что, ну, на мой взгляд, это слишком тривиальная история, которую продвигают большая часть брендов. Мне тут больше нравится подход того же самого Монохрома. В этом году буквально состоялась коллаборация Монохром и Кофемании. Казалось бы, два мастодонта ру рынка в сфере общепита, премиального общепита, и Монохрома, тоже бренды, которые находятся в довольно-таки высоком сегменте. Медалаб плюс, могу предположить. Вот, поэтому интересует больше коллаборации, похожие на коллаборацию Кофемании и Монохрома. То есть это коллаборации, возможно, с какими-то брендами бижутерии, либо украшений. Создание коллаборации с кофейнями. Их сейчас в наше время развивается огромное количество, и почему бы и нет, не попробовать бы сделать именно люксовую историю, которая сможет не просто поднять охваты, но и запомниться в глазах наших клиентов и наших будущих клиентов, в глазах клиентов там кофейни, либо магазины, бижутерии и прочие истории. Несколько раз сегодня упомянул Монохром. Этот ли бренд коллаборации твоей мечты, или все-таки есть какой-то другой бренд, будь то он в России, или будь то он за рубежом? Рассказывай. У меня нет цели заключить какой-то там контракт на коллаборацию с брендом одежды. Неважно, то ру-бренд или там западный какой-то бренд. Не стоит первостепенной целью это передо мной. Мне больше интересна история создания своего пути. Чтобы, повторюсь, как я уже говорил, Вежа — это детище, которого я именно воспитываю. Иногда могу ремнем ударить, иногда могу поругаться, покричать и так далее. Не хочу, чтобы мое детище, ну, грубо говоря, общалось с другими детьми. Это связано с тем, что хочется выстраивать историю свою лично. Если предлагать коллаборацию сейчас с различным брендом, то это может выглядеть как басня про слона и собачку. Вот. То есть, как бы, слон явно в этой истории выступаю не я. То есть все байки про то, что вот коллаборация – это путь к успеху, к тебе не относится, и у тебя нет такого бренда, с которым ты мечтал бы посотрудничать? Честно, я об этом даже и не думал, и, скорее всего, не буду думать над этим, потому что, как я уже говорил, неоднократное количество раз, хочется создавать историю самому, чтобы потом, когда произойдет определенный пайп в успехе, там, в обороте или, в принципе, в узнаваемости бренда, не хочется, чтобы были люди, которые считали, что этот бренд стал популярен благодаря тому или благодаря этому. То есть, когда получится быть на одном уровне с ведущими брендами ру или западными, вот тогда уже да, эта история больше про нас. Когда не придется приходить самим и упрашивать, чтобы с нами посотрудничали, а когда сотрудничество будет обоюдно, как правильно сказать, обоюдно интересно для обеих сторон. Хорошо, но бренд одежды – это не только продукт, это не только вещь, но это какая-то история. Какую философию ты пытаешься и доносишь своей аудитории, своей продукции и, в принципе, своим брендом? Эта мысль уже звучала. У меня как бы две основные цели, которых я хочу придерживаться в ходе всей истории создания, в ходе всей истории продвижения бренда и становления его полноценно на ноги. Первое – это вывести ру-бренд на международный рынок, чтобы он хоть на шаг, но стал ближе к ведущим брендам, таким как модным домам, даже так будет правильно сказать, таким как там Louis Vuitton, Loro Piana, Prada, Dolce & Gabbana и прочие бренды. Вот. И вторая философия, которую я хочу нести, это доказывать, что качество не должно стоить таких денег, которых оно стоит на рынке. Допустим, тот же самый Loro Piana. Да, бесспорно,
технологии, которые использует Лора Пьяна при создании своего текстиля, при создании своих изделий, это небо и земля, к которому стоит стремиться всем рубрендам и всем российским производствам. Кстати, эта ниша не так сильно занята, текстиля, именно сырьевого текстиля, очень сильно не хватает, поэтому присмотритесь к этой нише и создайте качество лучше, чем у Лора Пьяна. Вот, о чем-то я говорил. Про философию, которую ты пытаешься нести аудитории. Да. И вот, и вторая философия – доказать, что качество не должно стоить тех денег, которых оно стоит. Допустим, если рассмотреть то же самое Balenciaga. Те цены, которые Balenciaga ставит за свои изделия, это просто, это космос. Из того, что я понимаю, какой себестоимость того или иного товара, мне больно смотреть на цены, которые висят в магазинах. Вот, да, я все прекрасно понимаю, что это бренд, это история, можно сказать, что сейчас мастодонт фэшн-индустрии, потому что их модные показы все собирают огромное количество людей. Это просто, это всегда sold out, это всегда сразу быстрые разборы продукции, как горячие пирожки. Но в любом случае, вот. И хотелось бы больше продвигать историю про то, что это стоит выше, чем масс-маркет, значительно выше, чем масс-маркет, но это не стоит тех денег, за которые продаются на рынках там схожие по качеству изделия. Вот. Также хочется, наконец-таки, мне, во-первых, для себя понять, что такое качество. Вот ты сможешь ответить, что такое качество? Я бы сказал, что для меня качество, если брать пример той же футболки, то это ее плотность. И чтобы ткань не была такой, знаешь, бывает бесячая ткань, которую ты проводишь рукой, и у тебя сразу мурашки по коже идут. Вот для меня важно отсутствие вот этой вот ткани, и, в принципе, чтобы футболка сидела на мне плотно, и я чувствовал ее на себя, а не чтобы она была такой тоненькой, прозрачненькой. Вот такое я не люблю. Для меня вот качество ткани и, в принципе, то, как изделие сидит на мне, вот это вот, наверное... Но опять-таки, вот даже в твоем ответе ты не сказал ничего конкретного, что может являться гарантом качества. Ты сказал только те чувства, которые приятны тебе при носке той или иной одежды. Почему я задал этот вопрос? Меня очень сильно смущает момент того, что не существует никакого ГОСТа по качеству, по созданию вещей. Неважно, будь то худи, футболка, льняная рубашка, там, не знаю, шелковый свитер или там брюки, к примеру. Вот. И мне лично самому хочется наконец-таки понять для себя, что такое качество, и доносить эту философию потом еще и в массы. Да, бесспорно, будут рано или поздно появляться изделия, возможно, даже в течение ближайшего года, полугода будут появляться истории, изделия, точнее, которые будут говорить больше о лимитированности. Есть сейчас в заготовках один женский костюм, строгий. Лично мне очень нравится, как он выглядит. И также, проведя CastDev, я получил огромное количество фидбэка о том, как людям понравился этот костюм. Вот. Но создание этого костюма будет довольно-таки дорогостоящим процессом, начиная от создания лекал, заканчивая пошивом конечной продукции. Потому что любой костюм, неважно, это женский или мужской, классический костюм, стоит больших денег относительно той же самой футболки или худи. Ты затронул CastDev'ы. Давай немного разъясним для наших зрителей, что это такое. CastDev'ы – это Cast Development, это опросы и мнения насчет своего какого-то продукта, изделия. Исходя из этого опроса, ты уже формируешь какое-то дальнейшее изготовление. Как происходит процесс твоей продажи после того, как ты опросил людей? Начнем с того, как я изначально провожу CastDev. Это тоже важной частью является, потому что на начальном пути, когда еще не было никакой аудитории, когда не было такого количества заинтересованных людей в совместном создании какой-то действительно большой истории, долговечной истории, это было довольно-таки дело тяжело. Потому что в моем кругу общения есть несколько человек, с которыми я общаюсь наиболее всего. И при создании определенного изделия с ними вышла небольшая такая дискуссия по поводу цвета ткани для определенного изделия. Я послушал этих двоих людей, которые говорили, что выбранный цвет немножечко не подходит под ту концепцию, которая изначально задумывалась. Я их послушал, но позже, когда другая ткань уже была куплена, пошло огромное количество запросов именно на ту ткань, на изделие, сделанное из той ткани, которое как раз-таки было отвержено мнением тех двух людей. Вот, и как бы тут важно соблюдать и понимать, что есть субъективное мнение, есть объективное мнение. Каждому человеку удобнее ходить каждому в своей одежде, там, в каждом разновидности того или иного изделия. Грубо говоря, ты можешь сидеть, тебе комфортно сидеть больше в футболках, в широких джинсах,
в клешах, к примеру, мне будет больше намного удобнее сидеть, будь я в брюках, в маечке поло, там, с классическими часами на руках и одетым и обутым в туфлях. И тут как бы вопрос вкусовщины и не более. Поэтому Каздев имеет место быть, когда действительно мнение людей собирается в огромном количестве. И сейчас, когда аудитория плюс-минус набирается, это делает с каждым разом все легче и легче. Мы это проводим как? Мы просто закидываем идеи. К примеру, у нас есть несколько вариантов нанесения на футболку, на обычную базовую футболку. Мы закидываем это в наш телеграм-канал действующий, где мы напрямую спрашиваем у людей, какой вариант вам нравится наиболее всего. Человек выбирает вариант, как бы за какое наибольшее количество человек вариант проголосовало, тот вариант и в итоге ложится на швейный стол. Вот. Тем самым мы, кстати, и пробуем внедрять участие наших клиентов непосредственно в процесс создания изделия. То есть, чтобы у человека было ощущение, ага, вот он увидит вот эту вот футболку и скажет, а я голосовал за этот вариант. Я являюсь частичкой этого пока что небольшого, но в скором времени большого сообщества. Хорошо, давай рассмотрим ситуацию. Ты также выкладываешь три варианта изделий, того же нанесения. И там будет, там, грубо говоря, из трех вариантов, один, который тебе вообще никак не нравится, и вот твоя команда настояла на том, что это изделие должно участвовать в выборе. И представляем ситуацию, что именно это изделие, именно этот вариант нанесения выигрывает. Как ты себя будешь чувствовать в этот момент? Ответ на этот вопрос крайне прост, если рассматривать его с профессиональной точки зрения. Не должно быть разделения на личные твои какие-то приоритеты, на личные твои вкусы. И должно быть четкое понимание того, что этого хотят люди. Как я уже сказал ранее, я бы предпочел надеть на себя брюки, либо же слаксы, футболочку поло, туфельки, классические часы и так далее. Но несмотря на это, я сейчас сижу в оверсайз футболке. Мы производим зип-худи, которые довольно-таки не классические, и их довольно-таки тяжело сочетать с классическим стилем. Но, опять-таки, я понимаю, что на те же самые зип-худи сейчас идет огромный спрос от аудитории, потому что, точнее, не потому что, из чего я сделал такой вывод. Огромное количество брендов получило первую волну известности как раз-таки благодаря созданию зип-худи. Как пример могу привести Халики и Secret Community Rush, которые выстрелили именно благодаря созданию зип-худи. Да, уникально на тот момент, но это было зип-худи. Вот. Поэтому, если команда и аудитория предпочтет тот вариант, который не понравится мне, то тут играет больше мнение большинства. Мне же не обязательно носить именно эту модель. Я могу произвести для себя в единичной партии ту модель, которая больше понравится мне. Я гуманю и себя, и также я сделаю так, как хочет аудитория. Давай вернемся к вопросу о продажах. После того, как ты провел каст-дев, что ты делаешь дальше? Ты отправляешь вещи на производство или сначала ищешь ткань? Тут больше история про то, на каком этапе проводится каст-дев. Грубо говоря, есть базовая вещь, допустим, как зип-худи. Мы четко понимаем, что мы уже отшили энную партию, которая была полностью продана, улетела полностью в солд-аут, но мы решили принести некоторого рода изменения. Улучшить качество, изменить цвета, чтобы они были более контрастными, чтобы они более заметными были для людей, смотрящих со стороны и так далее. Если у нас уже есть подобное изделие, то мы сначала его отшиваем, производим полностью, и на этапе дизайна мы устраиваем уже каст девелопмент. То есть мы расписываем своим клиентам, своей аудитории, говорим, так и так, был такой-то дизайн, мы его решили изменить, потому что. Такие-то варианты предлагаются вам на выбор. У вас есть уникальная возможность поучаствовать в создании такого изделия. И уже после этого будет происходить процесс нанесения на само изделие непосредственного дизайна. Если тут стоит вопрос о создании новых изделий, то человек отрисовывает эскиз, именно эскиз, чтобы наиболее контрастно, эстетично и красиво это выглядело со стороны. То есть все равно, когда это в графике, это одни ощущения. Ты видишь ты видишь идеальный образец, который даже невозможно не получится реализовать наяву, потому что каждая ткань имеет различные свойства. И сейчас остро стоит вопрос как раз-таки в свойствах ткани, потому что есть одно изделие,
Есть, точнее, даже один костюм, который нам кажется просто бомбическим. Также мнение со стороны пока что небольшого количества людей, но так или иначе, в любом случае, это мнение, к которому стоит прислушиваться. Костюм действительно получился классный на эскизе, но чтобы его реализовать и произвести так, как задумано, нужно найти ткань, которая будет состоять в большей степени из полиэстера. Почему, допустим, не тот же самый хлопок, ну почему не футр? Хлопок очень тяжелая ткань, которая имеет свойство просто обтекать по твоему организму, обтекать по твоему телу и не приобретать никакую форму. То есть очень недрессированный материал. Если это полиэстер, он сам по себе идет более воздушный, его можно просто сделать манжет чуть-чуть поплотнее, и он будет уже приобретать ту форму, которая была изначально задумана. К вопросу о создании. Как бы тут понятное дело, что выкладывается эскиз сразу там в различной цветовой палитре. Мы сначала выкладываем просто эскизы, которые есть, и люди дают свою обратную связь, как им в целом костюм и так далее. Дальше проводится опрос уже по приоритетным цветам. Какой бы цвет наиболее подходящим будет являться по их мнению. И уже после этого идет сам процесс производства. То есть понятное дело, что без того, как ты найдешь эту ткань, бессмысленно что-либо спрашивать и опираться на какое-либо мнение, потому что есть большой вариант того, что просто не будет найдена та ткань, которая нужна конкретно для этого изделия. Поэтому по-хорошему сначала хотя бы понять, где ее можно купить, будут ли те объемы, будут ли те цвета, которые вы предлагаете к выбору, и уже после этого проводить каст-дев с четким пониманием того, что вот завтра ты приедешь, купишь конкретную эту ткань и отдаешь конкретно на производство такого-то изделия. Ну вот у тебя в руках изделие или целая партия изделий. Как ты будешь ее продавать? Через рукопожатие своим знакомым, через онлайн-продажи, через Telegram? Или у тебя есть какие-то корнеры, куда можно прийти и живьем посмотреть на твое изделие? На самом деле вариантов продаж огромное количество. Благо в наше время большая часть предпринимателей, которые так или иначе связаны с данной нишей, они это также четко понимают и делают все возможно для того, чтобы продвигать и развивать рынок создания, ну, рынок одежды именно ру-брендов. Допустим, также приведу пример другого немалоизвестного бренда Marcelo Miracles. У Marcelo Miracles есть определенная система, которая связана на том, что у них есть магазин, как шоурум, на котором ты можешь арендовать рейл, на котором будут представлены твои одежды. То есть будет четкая надпись, что это именно вот вежий бренд. И у них очень хорошо настроена система оплаты, то есть можно работать без убытков для себя. То есть ты им выплачиваешь не фиксированную стоимость, чтобы это было независимо от продаж, а выплачиваешь им определенный процент от продаж, что позволяет им быть заинтересованным в продвижении тебя и в привлечении клиентов именно на твой рейл. Также это помогает и тебе не вползать в какие-нибудь там долги, не работать себе в убыток. Также используются, вот сейчас только-только начинаем пробовать продажи через Авито, только через Авито никак, просто мы выложили карточку товара, как бы покупать как бушную вещь, нет. Мы сейчас пробуем открыть именно магазин свой внутри на платформе Авито и все это сделать грамотно с точки зрения юрисдикции и с точки зрения оформления в целом как магазин. Вроде бы как это получается, также там будут подключены различные инструменты для быстрейшего и скорейшего продвижения бренда. Также используются мини-эпс внутри Телеграма, то есть можно создать в наше время сайт, отдать за него кучу денег, и не факт, что получить желаемый результат, а можно просто самому, вот я сам лично смог создать сайт внутри самого приложения Телеграма. Телеграм тоже в наше время очень быстро развивается, появляются инструменты для бизнеса, появляются различные плагины, которые позволяют настраивать там, регулярную выкладку, там, в принципе можно монтировать внутри Телеграма непосредственно, там, видео, аудио, фотографии, рету уже делать и прочее. Что еще? Инстаграм, запретграм. Вот. Там мы будем рассматривать продвижение больше через рилсы и больше через историю про бартеры. То есть в любом случае большая часть блогеров, артистов, актеров, певцов и так далее сидят на платформах Инстаграм и плавно перетекают в Телеграм. Но так или иначе, еще с досанкционных времен в Инстаграме осталась большая аудитория, которая также является целевой нашей аудитории, которую также хотелось бы привлекать к себе и расширяться. Ты привел многомиллионные площадки. Авито, там очень много пользователей, а тем более продавцов. Ты привел Инстаграм Рилсы, где каждый день публикуются миллиарды видеороликов. Ты привел рейлы, куда тоже вешаются почти любые бренды. Как ты будешь бороться с конкуренцией?
Сейчас самое лучшее время для того, чтобы привести, к примеру, цитату прекрасного великого Оскара Хартмана: «Лучшее время для создания бизнеса, чем сейчас, уже никогда не будет». К чему я это сказал? С каждым днем появляется все больше и больше конкурентов, лично моих конкурентов, любого бизнесмена и действующего предпринимателя. С каждым днем появляется как минимум несколько конкурентов, которые потенциально могут превзойти его по выручке, по оборотке, в принципе, по масштабности проекта или того или иного, там, не знаю, предприятия, бизнеса и прочего. Поэтому как бы волков бояться, в лес не ходить. Всегда находятся какие-то определенные вещи, которыми ты можешь конкурировать. Какую вещь использую я для того, чтобы эту конкуренцию поддерживать и давать ей нужный отпор? Я не экономлю на создании бренда. Даже не создании вещей, а именно создании бренда. В то время как какие-то другие бренды могут использовать, к примеру, нанесение шелкографии своего жаккарда. Просто нанести на изделие по факту. Что является, да, возможно, в некоторых случаях это может являться действительно стильно и красиво, но это является дешевле, грубо говоря, чем создать тот же самый свой жаккард, сделать его тканью с какой-нибудь тесьмой, с каким-нибудь нанесением крутым, сделать его в благородных цветах и прочее. Мы этим не пренебрегаем и продвигаем это в массы. Также, как ты уже затрагивал тему, мы с каждым нашим заказом кладем еще и дополнительные комплименты. Комплименты в виде брендированных шоколадок, которые довольно-таки вкусные, по моему мнению, по мнению также Каздева. Также это различные карточки с пожеланиями, которые пишутся от руки каждому покупателю. Что еще? В ближайшем будущем планируется проведение розыгрышей. Само собой, максимально честных, и розыгрыши не просто одну футболку, а действительно масштабные розыгрыши, чтобы получить доверие клиентов. И если есть люди, которые смотрят на изделие и боятся за то, что оно там, грубо говоря, посыпется, будет линять или краситься, мы этому человеку сможем сделать это в виде подарка. Человек лично убедится, что нам можно доверять, и в следующий раз он уже придет не за подарком, а чтобы сделать заказ, потому что он в нас как минимум уверен. Что еще можно сказать про конкуренцию, про конкурентов? Да, в целом очень много факторов, влияющих на это. Но как бы основные, это, как мне кажется, это клиентоориентированность и то, насколько ты готов вкладывать в свой бренд. Хорошо, Дим, что дальше? Какие цели, какие планы у тебя на твой предстоящий 2025 год? Что ты будешь делать, как ты будешь нас удивлять? И что ты вообще планируешь развивать именно внутри своего бренда? Объективно говоря, мы сейчас стоим только на начале своего, очень надеюсь, долгого пути, самое главное, успешного пути. Поэтому планов огромное количество, просто его даже не описать словами. Первое – это создание контента, который будет не только красив с эстетической точки зрения, но который будет и полезен. То есть планируется запустить различное количество рубрик как внутри Инстаграма, так и на других площадках, как YouTube Shorts, ВК-видео, не знаю, там, Telegram. Определенные рубрики, в которых мы будем рассказывать про ткани, про состав того или иного изделия, в котором мы будем сравнивать различные изделия, там возьмем бренд из какого-то сегмента, к примеру, middle сегмента, и нашу там позицию, неважно, будь то футболка, deep hoodie, polo или любая другая позиция, будем его сравнивать, рассказывать, в чем наши преимущества, в чем мы пока что проигрываем, и в целом у нас будет больше идти уклонность в то, чтобы наша аудитория не просто смотрела и наслаждалась, но также и формировало какое-то свое видение и мышление. Потому что благодаря таким вещам, мне кажется, у людей также будет появляться интерес к созданию своего бренда. Если это все вкусно и красиво преподносить, то это не может не заинтересовать. Все-таки, Дим, какие козыри у тебя в рукаве? Чем ты будешь удивлять нас, свою аудиторию, от которой мы упадем в обморок со словами «Вау»? Такой душетрепещущий вопрос. На самом-то деле вопрос под ковыркой. Не знаю почему, но мне первая мысль, которая появилась в голове, это фраза из величайшего фильма «Иллюзия обмана», где говорится о том, что Джокер — это самая сильная карта. Это я больше веду к тому, что не стоит делать никаких ожиданий. Тот фурор, который мы произведем, он будет заметен всем. Тут ничего не нужно сидеть и ждать. То, что мы сделаем, это в любом случае будет распространяться и будет везде. Это будет достигаться различными способами. Будет агрессивный маркетинг настраиваться, которым просто ты будешь его замечать, хочешь ли ты этого или не хочешь. Также будут использованы неординарные съемки, неординарные видео.
там, с неожиданной концовкой, например, с неожиданным началом, или, в принципе, будет происходить то, что человек даже представить себе не может. Также это очень надеюсь, что получится сделать больше историю про лимитированную коллекцию, как несколько костюмов уже классических, как женских, так и мужских. Там уже будет, понятное дело, цена намного выше, как я уже говорил и объяснял ранее. Возможно, будет уже как бы разветвление вежи, будет вежа там, кутюр, к примеру, там будет вежа стрит для стрит-стайл, там же зип-худи, джинсы или просто штаны повседневные. Возможно, добавится вежа спорт, так как тоже поступают запросы от людей. Поэтому просто нужно сидеть, ждать, и обязательно вы это заметите, если будете чуточку внимательны. Давай обсудим тему, которая интересует абсолютно всех людей. Что же это может быть, кроме денег? Сколько ты уже потратил, сколько ты заработал и сколько, в принципе, стоит вся вот эта вот движуха про бренд? Если попробовать раскрыть все карты, то давайте разбирать, например, той самой зип-худи, про который я уже говорил неоднократное количество раз. Будем опираться на себестоимость и будем опираться на конечную цифру при продаже. Себестоимость одной зип-худи, поправьте меня, уже год, я не знаю, как правильно сказать. В общем, изделие в одном экземпляре по себестоимости стоит около 4,5-5 тысяч рублей. Многие, кто плюс-минус разбираются в данной отрасли, могут сказать, что это дорого, не спорим. Местами это может быть дорого, но у нас все объясняется нашим качеством. Для людей, которые плюс-минус понимают, о чем будет идти речь, большее количество брендов, либо масс-маркет магазинов, либо каких-нибудь шоурумах используют ткань плотности, ну, футер трехнитка, например, ее рассмотрим, там трехнитку плотности 330-340. Это стандартная граммовка идет на создание изделий из футера. Мы выбрали граммовку 430, что уже на 100 единиц превышает количество того, что присутствует на рынке. Чем выше плотность товара, тем приятнее оно сидит, тем меньше оно продувается. В целом оно будет к телу лучше прилегать и будет лучше сидеть. Также это использование качественной фурнитуры. Я не закончил еще про ткань. Вот. Ткань используется 430 плотности, и также хотелось бы отметить, что это не идет необычный футер трехнитка, это идет футер трехнитка эксклюзив, что добавляет нам определенный рельеф на изнаночной стороне петель, что из эстетических соображений выглядит намного приятнее, намного опрятнее, чем неэксклюзивный футер. Также, как я уже затронул тему про выбор качественной фурнитуры. Но все же, Дим, хочется услышать какие-то конкретные цифры. Я понимаю, что ты можешь вечно говорить о том, какое крутое у тебя изделие, как ты тщательно подходишь к выбору ткани и фурнитуры. Скажи четкие цифры. Сколько ты потратил, сколько ты заработал, и, в принципе, сколько для тебя кажется нормальным зарабатывать с твоего бренда одежды? Сейчас, как бы барабанная дробь, оборот нашего бренда составляет 4 миллиона в месяц. Это не чисто, это не выручка, это именно оборот. Чистую прибыль я все-таки оставлю за кулисами и не стану разглашать такие цифры. Вот. Какая более приятна для меня, правильно, является... Именно чистая прибыль, которую ты хочешь доставать из своего бизнеса. Давайте не будем говорить про чистую прибыль, а больше будем говорить про оборачиваемый капитал. Потому что, повторюсь, как бы я отношусь как к детищу, и поэтому тут больше история про масштабность и про какие-то благие намерения. Если судить так, то хотелось бы в течение ближайшего года либо полутора лет выйти на 1 миллион в год. Я говорю не про рубли. Это прям вот было бы хорошо. Дим, спасибо, что ты пришел, спасибо, что поделился своим опытом. Я желаю тебе искренней удачи, чтобы у тебя всегда все получалось, чтобы твой бренд рос и ты достиг той прибыли, о которой ты сказал. Но напоследок скажи, пожалуйста, нашим зрителям и людям, которые только начинают, какой-нибудь дельный совет, который им поможет в становлении себя и не только как личности, но и как бизнесмена в целом. Я считаю, что я еще не настолько... Ну, во-первых, спасибо большое за столько приятных слов. Я считаю, что я еще не настолько гуру в этой сфере, чтобы раздавать именно прям вот какие-то точечные советы. Вот, скажу просто и ясно. Не тупите. Просто берите и делайте. Если ваша душа лежит к чему-то, то не стоит каким-то сомнениям подвергаться. Просто возьмите и попробуйте. Лучший друг бизнесмена и предпринимателя – это только практика.
Теоретики пусть сидят где-нибудь там в офисах и считают свои сметы на бумажках. Если это бизнес, то это вопрос только исключительно про практику. Перед началом съемки в гримерке мы с тобой немного так поговорили, и ты сказал, что ты готов провести розыгрыш для наших зрителей. Расскажи, какие будут условия, чтобы выиграть какое-то твое изделие, и что вообще ты будешь разыгрывать? Да, безусловно, как бы как любому бизнесмену мне важно растить свою аудиторию дальше и важно получать честное мнение со стороны. Поэтому для подписчиков вашего YouTube-канала мы готовы провести розыгрыш, также и для наших клиентов провести розыгрыш в нашем Telegram-канале. Для этого будет необходимо подписаться на наш Instagram-аккаунт и на наш Telegram-канал. Позднее, после подписочки, мы выложим определенные условия для конкурса, в которых вы сможете поучаствовать. Количество изделий, я думаю, будет около 7-10, поэтому шансы на выигрыш довольно-таки будут большие, эксклюзивно для подписчиков вашего YouTube-канала. Друзья, у нас в гостях был замечательный человек, который поделился с вами своим опытом о создании бренда в 18 лет. Спасибо, что посмотрели наш ролик. Оставайтесь, дальше будет только интереснее. Дим, еще раз тебе спасибо. Спасибо и вам.